Спасибо. Спасибо большое. Нашу программу встречали везде доброжелательно, верили, надеялись и верить продолжают. Поэтому кто бы ни выиграл выборы, буквально завтра, послезавтра к нашей программе будет развернуто внимание. Для меня было важно услышать идеи от людей, собрать их в программу, представить. И мы видим, что люди современные, молодые, пришли, проголосовали, отдали свой голос. Для меня это ценно. В любом случае, ЛДПР продолжит работать с людьми, продолжит свои программные позиции развивать и работать по ним. Поэтому давайте обсудим те вопросы. Просили передать благодарность. Не удалось известным силам навязать эту волю. Россиянам прежде всего, они молодцы, сплотились в этот выборный период и показали, кто в доме хозяин. Во-вторых, это был серьезный сигнал Западу, которые ставку делали на то, чтобы раскачать изнутри России. Не получается на фронте, значит, раскачать изнутри. Тоже не получилось. И третье, надо понимать, что это для нас наука. Мы в преддверии 25-го года. Наших выборов надо внимательнейшим образом изучать подготовку этих выборов. Der Bundeskanzler hat nicht gratuliert und zudem ist für aus unserer Sicht äußerst problematisch und zu verurteilen die Durchführung der Wahlen in den Gebieten, die Russland in den ukrainischen Gebieten, die Russland besetzt hält. Wir erkennen das natürlich in keiner Weise an. Und nur die Ukraine hätte das Recht, auf diesem Territorium auch Wahlen durchzuführen. Можна очікувати, я думаю, якоїсь ескалації по війні в Україні, але, в принципі, це теж для українців, наприклад, не є особливою новиною, тому що ми знаємо, що Путін налаштований повністю знищити нашу країну. Єдине в цьому... Далі його тільки якщо зупинити, а якщо ні, то будемо мати, може, і гіршу ситуацію. Хто би і як не хотів нас запугати, хто би і як би не хотів нас подавити нашу волю, сознання,